Видел в отчете, говорится о том, что МАГАТЭ считает необходимым убрать там военную технику с территории станции. Но на территории станции нет военной техники. Угу. Это, в принципе, сотрудники МАГАТЭ должны были бы увидеть. И сейчас могут увидеть, потому что двое там остались. Мы же контролируем станцию, там стоят наши военнослужащие. Что же, мы сами по себе стреляем, что ли? Бред просто собачий. По-другому и сказать это невозможно. Я когда западным партнерам своим говорю, ну что, мы сами по себе стреляем? Ну да, это как бы не вяжется со здравым смыслом. Это первое. Второе, там же осколки этих химерсов валяются. И других западных средств поражения. Создает это угрозу или нет? Конечно, создает.
Значит, и последняя турбина вот сейчас вышла из строя. И представители «Сименса» приехали, посмотрели, утечка масла там происходит. Взрывоопасная ситуация, пожароопасная. Ну, конечно, турбина работать не может. Давайте нам турбины, мы завтра включим «Северный поток-1». Не дают же ничего. Говорят, вот используют как оружие. Какое оружие? Сами натворили дело, теперь не знают, что с этим делать. Загнали себя в так называемый санкционный тупик.